Дай телефон сюда. Бегом. А? Телефон. Твой? Бегом. Угу. В эфире. Все. Напишите, пожалуйста, как меня слышно и видно. Звук есть. Все. Отлично. У меня 62 подписчика. А, все, не надо. Тише, не надо. Ставь на зарядку. Все. Ну, я просто не видела, есть у меня звук или нет. Привет, ребят. Добрый вечер. Ну, пока собираются ребята, добрый вечер. Давайте я еще раз вам скажу, что 25 числа стартует марафон «Возможности меня». Это марафон, где мы не только я рассказываю про что-либо, вот. Но это в первую очередь этот марафон я задумывала, чтобы распаковывать вас. Если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какие-то сомнения, если у вас есть какие-то заторы по каким-либо моментам, то это как раз марафон для вас. Это как раз для того, чтобы вы максимально пришли к себе, чтобы вы увидели, что это такое. Потому что что, ребят, значит прийти к себе? Когда мы говорим, это же не то, что там пукать цветочками, и все такое благостное, и все замечательное. Немножечко не про это. Конечно, в том числе. Но прийти к себе, осознаться, это когда ты уже видишь те вещи, которые происходят без любых очков, без любых масок. Когда ты понимаешь, что происходит в этом мире. Когда ты видишь, что за чем стоит, и тебе не нужно себя обманывать. Ведь когда мы себя обманываем, даже не осознавая это, то мы себе выстраиваем тот мир, который не соответствует внутреннему нашему состоянию. Внешне не соответствует внутреннему. И мы постоянно живем в конфликте самого себя. И это не очень приятное состояние. Глуся, я снова с тобой. Лусечка, спасибо огромное, я очень рада. Я очень рада, что кто-то, что если кто-то со мной. Вот. И когда у вас идет осознание, когда вы начинаете видеть, то есть вы смотрите на человека, и вы максимально, вам хватает нескольких минут, может быть, там секунд, мгновений, чтобы вы четко считали, какие программы в нем работают, как он живет, почему он так живет. Да, не всегда получается ему об этом сказать, потому что не все к этому готовы. И нужно уважать чувства другого, безусловно. Но то, что вы себе уже видите свою жизнь в том моменте, в котором вы находитесь, как вы живете, почему у вас это происходит, что с вами происходит, это уже абсолютно другое состояние, это состояние другое у вас, это состояние другое вообще всего. Вот. И, конечно, у кого нет возможности по каким-либо причинам приехать на ретрит, то, конечно, присоединяйтесь в марафон «Возможности меня». Марафон депривации сна, где я сегодня в закрытом клубе более открыто ребятам рассказала, почему сон — это побочка нашей нервной системы. Да, там будут именно те моменты, которые не всегда бы нам хотелось слышать, да. Чем глубже я иду в состояние нашего физического тела, нашего осознания, тем больше я понимаю, что многих моментов мы не хотим просто видеть. Они неприятные, они неудобные, они не про тотальную радость, а они про тотальную честность. И когда вы научаетесь жить в тотальной честности, тогда вы обретаете тотальную радость. И про ретриты, ребят, еще раз напомню, что с 17 по 21 июня будет в Сочи ретрит, с 1 по 5 августа будет ретрит на Алтае, а конец октября, начало ноября, наверное, так, конец октября, начало ноября
будет ретрит Москва, Подмосковье, где-то там. Вот. Ну что, ребятки, очень рада, что присоединяетесь, и я бы хотела открыть вот эту вот тему, раскрыть опять не с очень приятной стороны, а тема зависимость, забыла, как назвала тему, зависимость, то, что мы родители, неосознанно сажаем наших любимых детишек на иглу зависимости. И я сейчас не говорю ни про какую, ни про еду, ни про жидкость, ни про сон, вообще не про это. Смотрите, когда идут проработки какие-либо, взращивание зависимости у детей, да, тем. И если вы общаетесь с психологами, они могут быть великолепные психологи, да, но все психологи, они начинают копаться в детстве. И из детства доставать какие-то определенные моменты, которые вы начинаете прорабатывать, и после того, как вы их проработали, у вас приходят какие-то осознания. Но по большому счету можно не ковыряться в детстве, можно проработать себя здесь и понять, что с тобой происходит. Но все же я коснусь детства в первую очередь, наверное, нашего с вами, чтобы понять, что мы даем своим детям. У меня сейчас тут индивидуальные проработки с великолепной девочкой. Она приехала из Подмосковья. Вот. И когда мы с ней начали затрагивать, она говорит, да у меня вообще все замечательно, у меня все хорошо, мне в принципе ничего не нужно, просто там захотела побыть, грубо говоря, там в твоем поле, да? Вот. А я понимаю, я вижу, что у нее вот эта вот программа. Но если ей сразу же в лоб сказать, то он скажет, не-не-не, это вообще не про меня. Вот. И когда мы с ней начали разговаривать, она говорит, ну вот я сейчас, вот мне бы, наверное, бы хотелось получить, что я вот такая молодец, я и это могу, и то могу, и это могу. Какой-то похвалы, какой-то вот человеческой вот этой нежности, какой-то признательности от любого другого, особенно от близких людей. Это же так приятно получать. И когда мы с ней копнули, она говорит, мама, она мне всегда говорила, какая я молодец, какая ты умница, красавица, умненькая, там все у тебя получается. И всяко-всяко-всяко-ты-ты-ты-ты-ты-ты, да? И мы же своим детям тоже очень часто начинаем говорить вот эти моменты. Ты молодец, у тебя все получится. И это здорово. Но есть одно но. Когда ты видишь, когда ты понимаешь, что твой ребенок, например, что-то сделал, и ты ему говоришь, вот если ты вот это еще сделаешь, вот это добавишь, вот это усилие приложишь, то у тебя получится вот такой результат. И это будет по-честному, это будет по правде. А если ты ему просто начинаешь поддерживать, чтобы он воспрял духом, ну вот ты молодец, все равно молодец, вот все равно вот это о чем говорит? Мы же даже с вами не задумываемся. Мы их сажаем на иглу как раз вот этой вот зависимости признания чужого мнения. И они будут в своей жизни не всегда тянуться к тем вещам, которые хотят. Они будут, даже не осознавая, тянуться к тем вещам, которые им дадут определенный результат, который они получат от признания других, иных других. Понимаете, как это работает? Вот если ребенок пришел и говорит мне там, вот я получил двойку. Ты говоришь, ох, двойку получил. Ну ничего, сынок, ты у меня такой молодец, в следующий раз получишь пятерку. Мы сейчас не говорим, правильно или неправильно это говорить, да? Может быть, другой вариант развития событий.
можно сказать, ах, получил двойку, ну, тогда это хорошо, потому что мы можем с тобой посмотреть, какая тема, какую тему ты недопонял, ее проработать, и в следующий раз у тебя будет абсолютно другая оценка. И это будет более честно. Привет, ребятки, привет. Понимаете? Когда мы поддерживаем своих детей, чтобы поддержать, заглядываем еще дальше, углубляйтесь. Когда мы говорим своему ребенку: ты молодец, у тебя все получится, тем самым мы что хотим сказать им? Помимо того, что мы его сажаем на эту иглу признательности, мы же начинаем себя оправдывать. Я тебе что-то не додал, я что-то не понял, не поняла, не осознала, что у тебя это не получилось, и чтобы свою недоработку прикрыть, не проработать ее, а прикрыть, я сейчас тебе скажу, что ты молодец, у тебя получится. Я не буду с тобой прорабатывать это. Я не буду самостоятельно прорабатывать это, говоря, почему у моего ребенка это не получилось, для чего мне нужно его поддержать. А поддержать в чем? В силе или в слабости? Это уже другой момент. Когда ты садишься и начинаешь с ребенком прорабатывать, признаваясь по-честному, так, у тебя вот это не получилось сейчас. Что я тебе не так объяснила, что ты пошел вот этим путем? Почему тебе это не понравилось? Почему я не смогла тебя заинтересовать вот в этом? Я тебя не смогла заинтересовать, потому что мне это не интересно, потому что я знаю, что это не то, не то пальто. Вот это по-честному. А поддержание, поддержание в слабости же, другого поддержания нет. У тебя все получится. Я умываю руки, я ничего не буду делать, а у тебя все получится. И в следующий раз я тебе скажу, у тебя все получится, потому что мне же это просто сказать, это не затратно. А ты будешь упираться, чтобы еще раз получить это признание. Потому что ты будешь понимать, что если не получится, ну как бы вот не получится. И мне нужно добиться чего-то такого, от чего получится. От чего я получу это признание. Пусть это будет не мое любимое дело, но я его буду делать хорошо. Ведь посмотрите, как много людей у нас трудятся на тех объектах, на тех профессиях, которые им совсем не нравятся. Но они их делают и говорят, что они? Так я больше ничего не умею. Да куда мне менять? Мне уже столько лет. Так это же нужно переучиваться. А где эта истинность-то? Истинность в том, что вы показываете своему ребенку, что нужно делать то, что получается, а не то, что хочется. Потому что то, что получается, с этого ты получаешь бонусы, ты получаешь зарплату, ты получаешь признание начальника, ты получаешь признание родителя. Но ты не получаешь свою волю, волю самого себя. Ты себя сковываешь этим. Ты остаешься на том уровне, на котором ты изначально познал состояние, признание, мимолетное, признание не самого себя, а признание действия. Действие — это не ты. Тебе принадлежит действие, но тебя не признают. И ты остаешься быть несчастлив, потому что признания тебя нет. А так как нет признания тебя, то ты начинаешь себя прятать за различными действиями, а потом еще полжизни себя ищешь, кто я. Потому что ты себя уже спрятал, тебя не признали. Признали только твои действия,
что у тебя получается хорошо. Понимаете, ребят? И чтобы выйти к самому себе, нужно в первую очередь прочувствовать, а нужно ли мне признание кого-то? А хочу ли я ребенку давать это признание? Или я хочу наслаждаться самим ребенком, не его действиями, а им, какой он, чувствование его. Чувствование его идет через что? Почему его чувствование идет через это делание? Почему он выбрал это делание? Это делание его? Или через это делание он может получить какой-то бонус? И этот бонус что? Этот бонус эмоция или глубинное чувствование? И вам, как родителю, в первую очередь нужно будет с этим разобраться. Да, Светлана, все понятно, здорово. Ребятки, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я поотвечаю. А если не будет вопросов, то мы с вами увидимся во вторник. Многие моменты страшные признать себе. Да, конечно. Но ведь страха, ребят, не существует. Страх — это мысль, в которую вы поверили. А кто поверил? Кому нужно в нее поверить? Кому нужно поверить в какую-то мысль? Вам? Или тому, кто прячется за действие, чтобы осознать себя через страшную мысль? Что я живу. Потому что если у нас нет мыслей, нет страха, через что я себя буду интерпретировать? Если я понимаю, что я не тело, через что я буду интерпретировать себя? Рад видеть, пойду глупым студентом на автополстар. Да, ребятки, буду тогда заканчивать эфир, пусть он будет короткий. И если будут какие-то интересные для вас темы, обязательно пишите в комментариях, и я с огромным удовольствием раскрою видение тех тем, которые хвалила, даже не осознавая. Да, ребят, да, очень часто у нас многие моменты, который мы не видим. А потом это все становится понятным и видно. Хвалить нужно. Я не говорю, ни в коем случае не подумайте, что не нужно хвалить. Но нужно хвалить и четко говорить, что я вот это действие классное. Ты сделал вот такое-то действие. То есть ребенку нужно тоже, чтобы он понимал, что он это не действие, что его не любят не за действия. Его любят просто потому, что он есть. А действия эти приносят ему тот или другой результат. И вы не говорите, что это хороший либо плохой результат, а просто описывайте, вот этот результат тебя приведет вот к этому, чтобы он знал эту цепочку, чтобы он не обрубал просто на плохо и хорошо, а что за дверью плохо и хорошо, непонятно, а чтобы он понимал, что это приведет вот к этому, а плохо или хорошо, он же не глупый. Он сам для себя уснит, что в его мире нужно, что в его мире будет более важно, более интересно. Не в вашем, не переносите, не натягивайте его мир на себя. Позвольте ему быть самим. А вы будьте как проводник, как мудрый проводник. Ребятки, всех обнимаю.
всех жду на марафонах, на ретритах. И с огромным-огромным удовольствием раскроем самые-самые темы, которые вам кажутся нераскрываемыми. Благодарю, что были со мной.